приветствовать вас на этнографической экспозиции нашего школьного краеведческого музея, на которой представлены предметы крестьянского быта 19-20 веков. Главной частью любого крестьянского дома была комната с печью. Догадный крестьянин на печи избу поставил, гласит русская пословица. Действительно, печь – это душа крестьянского дома. Она и кормилица, и поилица, и теплосогревательница. Чугунок или горшок – это специальная посуда для печи, в которой готовили еду – мясо, овощи, каши и супы. А чтобы достать раскаленный чугунок из печи, требовался специальный инструмент – ухват. В избе была всего одна комната, которую называли горницей. Прихожую называли сенью. В комнате вмещалась большая семья, и у каждого был свой уголок. В избе была мужская сторона и женская. Тряпку плетеную использовали для того, чтобы из шерсти животного изготовить нить. Пряпка сопровождала девушку от рождения и до замужества. Через пряпку передавали новорожденную крестную матери, клали ее в колыбель девочки. Лично подписанную пряпку не давали взаимно, иначе считалось, что будет пожар или погибнут пчелы. Парень, написавший свое имя на пряпке девушки, обязан был на ней жениться. День занимал весь осенний-зимний период, прерываясь лишь на рождественские праздники. В последний день масленицы